молитвами святых Отец наших, Господи Иисусе Христе, театральный фестиваль, до которого осталось 10 дней. Через 10 дней у нас состоится школьный театральный фестиваль. А у вас нету даже ни единой мысли, что будем ставить. Поэтому мы будем ставить грозу. Что? Грозу? Она же унылая. У нас к вам есть предложение. И не просто предложение, а своего рода коллективная просьба. Это была вначале моя идея. И я вчера попросил наш ребят на одну постановку нашего театрального зрителя. И мы вчера всей студии ходили на постановку Ви Александра Стегирова. Да, нам всем очень понравилось, и мы решили, что сыграем Ви. Так, погодите. Вы говорите Ви. Да. Ви? Да. Ви и вы, да? Да. А что не так? Это что-то новое. Классно же. Так, да вы с элементарно простыми постановками не можете справиться. И тут замахнулись на такую большую классику, как Ви. А что тут такого? Каждый год одно и то же. Почему нет? Гроза. И опять гроза? Вот именно. Да. Ви. Да. Ви. Это же мистика. Интересно. Классно. И вы сами говорили, это классика. Но все равно. Будем ставить грозу, потому что я уже роли для вас определил. Все распределено, по графике все стоит. Кто хочет Ви? Я! А. Семен Семенович, подойдите, пожалуйста. А, сейчас. Так, ребята, вы... все, продолжайте без меня, я сейчас подойду, хорошо? Ребят, вы же все выбрали Ви, да? Да. Тогда бегом на сцену, выбираем. Мне кажется, он не согласится. Почему? Это же классика. Ну да, я с тобой согласна. Но, с другой стороны, это лучше, чем какой-то Островский. С учетом того, что 33-я школа, с
представит какую-то Золушку. Серьезно? Золушка. Ладно, Золушка так Золушка, но у нас Ви. Но сейчас у нас возник важный вопрос, ребята. Кто будет играть Паночку? Не я. Точно не я. Ну и не я тем более, ребят. Ну что? Я бы сыграл. Что? Что делать? Я думаю, с ролью Панечки справится Энники, Пенники. Полина. Я? Да. Точно. Ну мне же тогда придется лечь в гроб. Я тоже считаю, что Полина справится с этой ролью. Ты шочки, я бы сам да, ты полежишь, встанешь и все. Да. Но ничего не будет. Гроб закроется, не откроется. Да, мы если вы не можете определиться, то будем все равно ставить голосов. Что? Главное не поставить, а поставить как надо, чтоб он нес собственную посыл, харизму и не повторял театрализованную постановку других. Осталось же совсем немного. Успеем ли мы? Успеем. Точно. Мы начнем сперва с декорации. А мы со Славой начнем с гроба. Ты че, Славу не трогай, мы ему дадим самую главную роль. Мы знаешь, кого играть? Хама. Так. Света, Кира, на вас сценарий, хорошо? Окей. А теперь все домой, быстро, выспаться. Завтра у нас тяжелый день. Будем репетировать с 6. Понятно? Да. Так, вы остальные. Ребята, все.
Алло. Ага, Диана дома. А вы дома? Kim bari? Отец нас сущий на небесах, да святится имя Твое, да будет воля Твоя и на земле, как на небе. Это-ка первый раз страшно, а второй раз уже не страшно. Не вылезет же она из своего гроба, потому что побоится Божьего слова. Правильно? Правильно. Тихо, да. Слава, я тебе не верю. Вот когда ты первый раз к панночке подходишь, акцент должен упасть на панночку, когда ты боишься ее. Вот боишься, эко, первый раз не страшно, а второй раз уже не страшно. Ты обращаешься к зрителю, понятно? Давай попробуй заново. Эко, первый раз страшно, а второй раз уже не страшно. Не вылезет же она из своего гроба. Потому что побоится Божьего слова. Правильно? Нет. Вы верите ему? Нет. Ты же можешь лучше, да, Слава? Можешь лучше? Давай сделай так. А, вот когда ты подходишь, акцент я сперва на панночку подходит. Первый раз это страшно, а второй раз уже не страшно. А второй раз уже не страшно. Не вылечишь ли она из своего гроба? Потому что побоится Божьего слова. Так, Слава, я тебе совсем не верю. Игра со зрителями, у тебя контакта нету. Знаете, проходи же игра со зрителями, да? Знаете, что такое? Нет. Вот когда ты первый раз... Так, я не понял, что это такое? Я не знаю. Ну что, разве может переживает? Встану, ладно, ребята, все, отдыхаем, перерыв. Опять минут, хорошо? Ну, Семен Семеновичу. Ты не слышал то, что я так не смогла его уговорить, и он наотрез не отвечает на мои звонки? И вообще говорят, что он исчез.
Тот прям взял и исчез. Да. Да. А что насчет директора? А тут еще больше проблема. Потому что он вообще запретил нам ставить спи. И нам негде теперь репетировать. Воу, что? Насчет места, где репетировать, не волнуйтесь, я найду выход. Хорошо. А вот насчет директора... Мы с Лукой. То есть я понял его? Да. Ну, ладно, я не пойду. Все? Да, все. Вопросы нет? Да. Отлично. Пока. 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 Какой кошмар. Итак, ребята, я хочу вас поздравить с очень хорошей новостью. Мы будем репетировать прямо тут. Что? Да ладно? Здесь, что ли? Ребята, успокойтесь. Знаю, это очень неожиданно, но это лучше для нас будет. Верно. И еще, ребят, хватит нести чушь, окей? Я знаю, многие тут суеверные, многие верят в мистику, в гроб, все такое бла-бла-бла-бла, но это чушь. Мы сейчас в 21 веке. Так это реально происходило. Да. А кто нам разрешил тут репетировать? Это, конечно, некорректно такое рассказывать, но вы знаете, как меня папочка любит. Круто. Да. И старшие, я сейчас хочу к вам обратиться. Вы же знаете то, что у нас все-таки есть младшие ребята, да? Угу. Давайте не будем их пугать. У нас как бы на носу уже скоро вступление, нам надо готовиться. Верно? Верно. Как скажешь. Ну что, идем репетировать? Да. Да. Хутор! Ей-богу, хутор! Смотрите же, братцы, не отставать. Во что бы то ни было, а добыть ночлега. Кто там? Отвори! Кто там? Пусти, бабуся, переночевать надо. Милосердись, бабуся. Сколько я тебе повторяю? Ну, добавь еще больше чувств. Ты же казак. Ты такой... Ну что ты такой, ты актер или кто? Дальше. Как только паночка бывала, взглянет на него, то и повода из рук пускает. А про шепчиху ты не слышал? Нет. Эгэгэ, так у вас в бурсе видно, не слишком большому разуму учат. Говорят, паночка словно живая у гроба. Хума, говорят, совсем посидел. Как посидел? Ну, от страху, наверное. Дальше, не молчи. Все. Прям все? Да. Точно. Да вы издеваетесь. Дима,
Мне страшно. Можно я с тобой посплю? Ладно, если только не буди меня. Семенович, это вы? Где вы были, Семенович?